Приветствую любителей хорошего звука. Сегодня у нас главные герои. Вот эти вот агрегаты. Это Kev IQ5. Ну вот такие, скажем так, небольшие напольники. Ну, как всегда, света у меня не хватает. Не знаю. В общем, вот так. Вот они. Красавчики. Состояние, ну, в принципе, в идеале. Ну, понятно, что не видно по свету. Ну, как есть. Слушаем мы их, следовательно, сегодня на винильчике. Blaupunkt P60. Но это микросеки-изготовитель. Вот, и усилитель Lux Mono 312. Ну, винил какой играл просто. Ну, а Гузарова не самый плохой выбор. Ну, по крайней мере, в этом помещении баса они дают предостаточно. Ну, а уж про верхи и середину говорить не о чем. Все живо, приятно, в достаточном объеме. Что-нибудь другое, желтые ботинки. Я думаю, что, наверное, достаточно. Как-то так.